Спортивная школа в Абазе – место, которое уже почти три десятка лет прививает местному населению любовь к здоровому образу жизни. В двух корпусах расположились спортивные секции – легкая атлетика, греко-римская борьба, бассейн. На языке профессионалов от спорта такой называют коротким. Его длина 25 метров вместо стандартных 50. Размер в половину совсем не смущает ни горожан, ни спортивную команду местных пловцов. Желающих войти в воду здесь всегда много. Потому за годы службы чаша бассейна износилась. Сколы кафельных плиток могли поранить пловцов, а устаревшая система очистки воды практически перестала выполнять свою прямую функцию. Сегодня в бассейн вдохнули вторую жизнь. Буквально, вот, наверное, в течение года было принято решение главой Республики Хакасия Валентина Олеговича Коноваловым о том, чтобы поддержать нашу все-таки просьбу, инициативу о том, чтобы провести капитальный ремонт нашего бассейна. На самом деле подрядчики зашли у нас в прошлом году и очень тщательно работали над тем, чтобы все-таки качественная была сама ванна нашего бассейна. Бюджет проекта реконструкции – 20 миллионов рублей. Ремонтные работы начались прошлым летом. Меньше чем за год подрядчик из Красноярска полностью вычистил чашу от старой плитки, заменил кафель на стенах и всему периметру. Солнца в помещении стало больше. Заслуга новых пластиковых окон. Новинка стали специальные спуски в воду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Водоподготовка теперь проходит с помощью электричества. Полы у нас теплые. Для жителей города у нас теперь теплый, чистый бассейн. Вода без хлорирования, подготовка уже воды совсем другая. Самая дорогая часть проекта реконструкции – сердце бассейна. Настоящий лабиринт из труб и вентилей. Множество датчиков, считывающих параметры от температуры до давления. Все сделано по последнему слову техники. Подрядчик заверяет, подобные системы очистки и фильтрации стоят только в лучших спорткомплексах страны. Вода в бассейне проходит три этапа обработки. Первый – это очистка в баках кварцевым песком. Далее – обеззараживание под ультрафиолетовой лампой. Следом – нагрев до 26 градусов и дозация реагентами. Основные работы по ремонту бассейна завершены. Впереди пробный залив воды в чашу, установка лестниц и информационного табло с секундомером. Все для удобства тренировок будущих чемпионов. Руководство спортивной школы надеется, что порадовать горожан обновленным бассейном получится уже к лету. Владислав Константинов, Владислав Пустовойт, РТС.